Всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова я, Александр, и это очередной офигительный выпуск по крутой обработке фотографий в Instagram. Смотрите это видео до конца, и я вас научу, как сделать вот такой интересный эффект. На это уйдет не больше минут. Это настолько простой эффект, что вы даже себе не представляете. Но прежде чем мы начнем делать, я хочу с вами поближе познакомиться. Если вы уже не первый мой выпуск смотрите, то вы знаете, что я занимаюсь фото-видеосъемкой и монтажом. А чем занимаетесь вы? Пишите под этим видео в комментариях. Пиши, как тебя зовут, сколько тебе лет, из какого ты города и чем ты занимаешься. И поставь лайк этому видео за старание. Так, вернемся к теме нашего видео. Начинаем, конечно, с того, что делаем фото. Желательно сделать фото с направляющими, как на моей фотографии. И отойти от камеры подальше, примерно на 10-15 метров. Дальше переходим в Photoshop. Выбираем вот этот инструмент выделения, квадратное. Выделяем вот эту нижнюю область под ногами. Немного отступим, там совсем чуть-чуть от краешка. Следующее действие. Берем вот этот инструмент, самый первый сверху. И смотрим, чтобы вот здесь вот была нажата галочка. Зажимаем Ctrl и тащим вот этот вот самый правый нижний угол, тащим влево. Стыкуем верхнюю область так, чтобы все было нормально. Теперь то же самое делаем с левой стороной. Пока часть эта у нас выделена, давайте сделаем тень на этот слой. Берем вот этот вот инструмент снова выделения, создаем новый слой. На эту кнопочку просто нажимаем, вот она сверху. Выбираем черный цвет, выбираем инструмент заливка, тыкаем сюда. Ставим метод наложения, мягкий свет и убираем прозрачность. Где-то в половину, вот так вот примерно. Теперь берем, кропаем эту фотку, берем инструмент вот этот вот и примерно вот так вот делаем. Все, фотка готова. Осталось только чуть-чуть ее обработать и все. На этом все. Вот такой классный и простой эффект мы научились делать. Если понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Все, всем пока. Скоро увидимся.